Поздно. Это то же самое, как что-то начинать новое. Учиться чему-то новому тоже никогда не поздно. Не зря есть такая поговорка, да, век учись, век живи, век учись, и дураком помрешь. Есть такая поговорка, да, все знают. Вот, и на самом-то деле, да, вот я вот сколько вот уже живу, занимаюсь то этим видом бизнеса, то тем видом бизнеса, я все равно понимаю действительно, что каждый раз я себе задаю вопрос, и я вот хотела бы, чтобы каждый себе задал этот вопрос. Вот тебе сейчас сколько лет, чего ты добилась в жизни, да, сколько тебе осталось жить, и что изменится в твоей жизни через 5, 10, 15 лет. Если и также сделать такой вот, знаете, как это называется, тест, что в твоей жизни изменилось вот за прошедшие 5 лет. Улучшилось, ухудшилось твое материальное положение. Что изменилось? Мне кажется, если в твоей жизни за 5-10 лет до этого, да, ничего не изменилось, значит, нужно что-то менять. Так дальше жить, ну, невозможно, так продолжаться дальше невозможно. Потому что мы живем в 21 веке. Когда люди говорят, ой, я не знаю этой информации, я не знаю той информации. Друзья, интернет в помощь, сейчас все есть в интернете, все это доступно, можно даже найти как-то бизнес, онлайн-уроки бесплатные, да, причем. То есть было бы желание, как говорится. И вот я, знаете, всегда смотрю наперед. Вот сейчас жизнь настолько непредсказуемая, опять-таки благодаря интернету я поняла, вернее, не то чтобы я поняла, я узнаю о жизни других людей, судьбы, да, других людей. И когда читаешь, особенно печальные истории, что вот, допустим, муж хорошо зарабатывал, потом внезапно умер, там еще что-то. Не дай бог, конечно, это реалии. И ты понимаешь, что никто от этого не застрахован. Малейшая авария, кирпич на голову упал, ну мало ли что. И каждый человек должен себя обезопасить, независимо, женщина это или мужчина, да. Вот, поэтому я считаю, что начинать бизнес никогда не поздно. Просто задать себе вопрос, да, что изменилось в моей жизни за прошедшие 10 лет, и что изменится, если я ничего в своей жизни сейчас не начну менять, потом, да, через 10 лет, буду я жить так же или что, да. Поэтому если вы сейчас находитесь на таком вот именно в тупике, то это как раз-таки и повод начать менять что-то в своей жизни. Потому что если вы будете что-то, чего-то ждать, то ну, в вашей жизни ничего не произойдет. Даже девушка, которая хочет выйти замуж за богатого парня, она не сидит сложа руки, она что-то делает, она работает над собой. Сейчас посмотрите, девчонки какие. Они нос утрут любому парню, да, такие бойкие сейчас девчонки. Вот. И, естественно, они не выйдут за какого-то абы-кабы, да, подкаблучника, они тоже найдут себе ровню. Вот здесь вот, знаете, в бизнесе вот то же самое. Вот многие говорят, я не могу найти хорошего партнера, я не могу найти достойного партнера, я не могу там, и начинаются, или там продать не могу, там, ну, в общем, да, начинается, потому что что-то у них там не получается. Но так оно и есть. Не все сразу получается. Вот возьмите даже любой вид спорта. Вы думаете, чемпионами сразу становятся? Если посмотреть, сколько они тренируются, по 8 часов в сутки, да, по 5, 6, 8 часов в сутки, то, конечно, рано или поздно у них это получается, и они становятся чемпионами.